конце декабря жители дома номер 21 сообщили в госжилинспекцию о том, что в подвале их дома хранится строительный мусор. В ходе первой проверки выяснилось, что это совсем не так. Там находились строительные леса. Дело в том, что здесь проходит текущий ремонт подъездов, и он просто приостановлен на холодное время года. Тем не менее, сотрудники госжилинспекции выдали Люберецкой управляющей компании предписание очистить подвал и устранить другие недочеты до середины февраля. Однако подрядчики справились досрочно. На мой взгляд, как на взгляд жилищного инспектора, работы выполнены качественно, досрочно. Подвальное помещение находится в удовлетворительном санитарно-техническом состоянии. На балансе Люберецкой управляющей компании находится 59 домов. Из них 40 в городке Ам. Плановый ремонт подъездов будет возобновлен уже этой весной. Наталья Григорьева, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение.